Здравствуйте, меня зовут Настя. В этом видео предлагаю сделать вот такой многослойный цветок в стиле канзаши. Список материалов и полезные ссылки в описании видео. Я использовала репсовую и парчовую ленту. Сделаем основной лепесток композиции из двух квадратов репсовой ленты шириной 4 см. Сделаем острый лепесток с двумя вершинами. Для этого вложим один треугольник в другой, так как это показано в видео. Далее прикладываем отрезок черной ленты размерами 2,5 на 5 см на расстоянии 1 см от вершины. Формируем острый лепесток и загибаем края черной ленты. Захватываем край пинцетом, обрезаем лишнее и опаливаем над свечой. Тоже проделываем и с нижним краем. Всего сделаем 7 таких лепестков и склеим их в цветок. Получается вот такой цветочек из репсовой ленты в рисунок и фетровой основы диаметром 4 см сделаем подложку для цветка. Всего мне потребовалось около 60 сантиметров такой ленты. Склеиваем детали вместе. Сделаем еще два вида лепестков. Острый плоский из отрезка репсовой ленты размерами 2,5 на 5 см. И еще один вариант острого плоского из квадрата репсовой ленты. Всего по 7 лепестков каждого вида. Приклеиваем между лепестками первого слоя сначала черные лепестки, так чтобы их вершины не выходили за край подложки.
И теперь сверху приклеиваем 7 розовых лепестков, так чтобы верхушка смотрела вверх. Отрезок ленты размером 6 на 2,5 см сворачиваем пополам, фиксируем пинцетом и склеиваем край над свечой. Всего нужно 5 таких лепестков. Приклеиваем их под место стыка подложки. Серединку украшаем декором. Я решила добавить еще один слой подложки из серебряной парчи. Нужно следить за тем, чтобы край ленты выступал на 1 см по всему периметру. Композиция готова, осталось выбрать основу. Из такого цветочка можно сделать брошь или декоративный галстук для девочки. Я решила приклеить на ободок. Ну и, конечно же, приклеиваем бирочку «Ручная работа». Спасибо вам за просмотр и творческих вам успехов! Предлагаю к просмотру еще несколько моих видеоуроков. Также приглашаю вас на 2 моих других канала, посвященных скрапбукингу и мастер-классам изделий из фома и фетра. Увидимся в следующем мастер-классе. Пока-пока!